Кто стреляет? Опа, точно, да. Вообще-то это вражеский катер. А вот он же, кто это, слева, вот, вот он стреляет, Кирсаныч, левее. Вот он, блядь, я вижу, вот они все перед нами. Ну, что, ну, вот они на берегу. Вот они бегают перед нами. Ты чё? Ну, так они по нам и стреляют. Блядь, только что по нам они стреляли. А, то бишь, они не... Ололо. Не, смотрите, как свет проходит через дым. Это что-то вообще. Это просто. Так я видео, я просто снимаю. Это не. Это просто. Я впервые такое вижу, извините. Я даже, ну. Да. А что-то я включал, не работает. Ну, такой общий свет. Ну, у меня, кстати, вот light off сейчас. Light on. И ничего не меняется. Да. И, ты ж там стрелял? Я по другой стороне. Ну понятно, ну, мало ли там. Опа, лодка вражеская. Впереди. Вот она, вон она. Давай. Да. Там еще сзади вроде. Красота. Ну. Так, стоп. Еще цели. Там на берег. Замедляю. Где? Куда? Ух, нифига ты куда. Слушай, а не тряси это, ты видел бы, не знаю, видео увидишь. Знаешь, какая отдача, как разворачивает лодку? Поэтому очень все печально. А, ты с машинки стреляешь? Торможу. Блин, а... Ой, как от... Как ее... Ее разворачивает просто от выстрела. Блин, лодку просто оттягивает. Ну. Ты огонь открывай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, ты сейчас пока что на том месте, где ты, сейчас будет задница катера. Контролить сложно. Такими очередями. Ужас. Да, это просто повезло, я могу сказать. Прямо счастье какое-то. Ага. Футук такая. Последний раз.
Это обуславливается бесконечностью патронов. Ну, как видишь, этот поливает тут. Он тут уже... Ну... Просто нас могут ракетницы задуплить, как нефиг нафиг. На самом деле. Туда. Да, они ж не рассчитывали, что мы вот так вот нагло лодку их возьмем. Опа. Ага, ага. В нас? Нет. А что-то по трассеру в нас вроде как летели. Все. Мы замаскировались, что ли? А, это еще не все? Сурвайв. Ты же говорил, ты про три волны говорил. О, мои глаза! Спасибо тебе! Ну, здесь для эффекта сделано. Понятное дело.